Уважаемые земляки, приморцы, мы вместе с вами живем в крае, который сопоставим с размерами с двумя Франциями. И так получилось, что через одного-двух знакомых или родственников мы друг друга знаем. Знаем в лицо, знаем дела, знаем поступки. И в определенный период каждого из нас, некоторые, кто решает пойти во власть, обращается к друзьям, к знакомым, к родственникам и просит о поддержке. Мы поддерживаем этих людей, избираем их во власть, делаем их депутатами, главами. И сейчас я считаю, что настал определенный момент истины. Подойдите к тому депутату, главе, за которого вы голосовали последний раз на выборах. Задайте ему вопрос, а за кого из кандидатов в губернаторы он поставил свою подпись в листе поддержки так называемого муниципального фильтра? И если ваш депутат ответит, что он поддержал кандидата, которого он даже не знает в глаза, ни разу не видел и не слышал, задайте ему вопрос. И пусть он ответит на него и ответит сам себе. А не предал ли он вас? А не предал ли он тех людей, тех избирателей, которые ему доверили свои когда-то голоса? И неважно на самом деле, кто ты, депутат законодательного собрания, депутат Думы города, депутат районной или поселенческой думы, ты должен быть рядом с народом. А если ты предал народ, ты всю свою жизнь дальше будешь ходить, опустив глаза. Тебе будет стыдно смотреть людям в лицо, потому что ты своим решением предал людей. И нужно понимать, и это очень важно, что депутат, глава – это слуга народа, а не халуй. Халуем во власти не место.